Мини-парк на придомовой территории планируют разбить жильцы дома номер 3 по улице Капитана Матросова. В планах разработать на небольшом участке целый ландшафтный дизайн с подсветкой, скамейками для отдыха и декоративными растениями. К реализации первого этапа своей идеи неравнодушные жители уже приступили. В этом им помогает депутат собрания депутатов Анна Булатова. Первый этап в реализации масштабного проекта – посадка деревьев. Сегодня жители дома высадили на своей территории рябинки. В нашем доме проживает большое количество пожилых людей. Вот. Далеко ходить они не могут. И очень хотелось бы что-то сделать здесь наподобие мини-парка, чтобы им было куда выйти, посидеть, пообщаться. В планах создать здесь маленький северный оазис. Высадить декоративный кустарник, многолетние цветы, чтобы создать живую изгородь от дороги. И чтобы жильцы могли вечерами выйти и пообщаться. Дом новый, построен 5 или 6 лет назад. И вокруг необходимо сделать благоустройство. В прошлом году, правда, под заморозки инициатива у нас слегка воплотилась. Смогли посадить 2 дерева на детской площадке. Первым делом на участок, где решено было разбить мини-парк, завезли землю. Потому что после строительства почва была непригодна для посадки. Но жители соседних домов задумку не поняли. Через чернозем срезают путь, вытаптывая будущий парк. Буквально 8 числа была привезена земля, раскидывали здесь практически все жители дома. Но хотим заострить внимание, вот пока нет забора, жители соседних домов решили сокращать путь и двигаются через эту территорию. Основные работы по благоустройству будущего парка планируется продолжить уже следующим летом. Тогда местные жители здесь посадят цветы и вплотную займутся ландшафтным дизайном. Ольга Руслова, Антон Водряков, телеканал «Север».